Гость программы «Мой вопрос». Сегодня заместитель начальника управления архитектуры и строительства Лидского райисполкома Елена Сенкевич. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте. Рад видеть вас у нас в студии. И сегодня, надеюсь, мы узнаем, если не все, то многое о благоустройстве и строительстве в нашем городе. Да, я постараюсь. Ну, прежде всего, наверное, начнем с того, что Лида прирастает и расстраивается преимущественно за счет утвержденного к 2030 году генерального плана строительства. Да, все верно. Генеральный план утвержден в 2013 году и действует до 2023 года с этапами реализации. Ну вот если говорить об этапах, насколько мне известно, их определено два. Да, этапов реализации действительно два. Первый этап реализации у нас 2020 год, второй этап реализации 2030 год. Ну а с учетом того, что Лида включена в список 11 городов, которые будут интенсивно развиваться в ближайшее время, были ли изменения в генеральный план? Да, их достаточно много. Они все учтены, так как в этом году будет разрабатываться новый генеральный план. Ну и с перспективами на будущее, конечно же. Давайте еще остановимся на строительстве жилья. Лида ежегодно прирастает многоэтажками, где планируется строительство многоквартирных жилых домов. И насколько, опять же, мне известно, в ближайшее время, точнее в этом году даже их появится целых 12. Да, все верно. Будет 12 жилых домов многоэтажных. 7 из них будет с государственной поддержкой, 5 домов будет коммерческих. Один дом будет на улице Невского, один дом на улице Багратиона, один дом на улице Горького, 2 дома будет строиться и уже строится по улице Ленинской, также запланированы дома по улице Кооперативной и улице Гастелло. По улице Ленинской начато строительство 2 жилых домов трехэтажных. Один жилой дом там будет на 33 квартиры, а второй дом на 42. Дом рассчитан на 1-2-3-комнатные квартиры. По улице Гастелло проектируется многоэтажная застройка, так же, как по улице Кооперативной. По улице Гастелло будет группа жилых домов, 5-10-этажных домов, тоже 1-2-3-квартирные. По улице Кооперативной это будет 2 жилых дома, 7-10 этажей, тоже 1-2-3-квартирные. Ну, мы нашим телезрителям уже показывали генеральный план и проекты домов на картинках, по крайней мере. Выглядят они довольно-таки симпатично. Да. Они продолжат многоэтажную застройку, так как улица Гастелло и Кооперативная – это в основном 10-этажные дома. Ну и, конечно, продолжат микрорайон. Елена Валерьевна, в последние годы очень активно застраивался микрорайон Индустриальный, но в плане строительства в этом году там, наверное, будет тихо. Ну, он застраивается и до сих пор. Тишины там пока не предвидится. Есть еще незастроенные участки, возможные для дальнейшего строительства. Тут вопрос остается открытым. Ну и опять же, давайте вернемся к строительству микрорайона Севера, о котором мы тоже часто и много говорили. Перспектива его какова? На данный момент разработана вся проектная документация. В этом году планируется начать строительство коммуникаций. Ну и заканчиваются подготовительные работы в плане проектирования. Большим ли будет там район застройки? Микрорайон будет большой. Микрорайон будет многоэтажной жилой застройки с полной инфраструктурой. Это сады, школы, это парковки, это благоустройство, это дороги, объездная дорога. А где еще в Лиде будут строиться многоэтажки? Планируется ли дальнейшее уплотнение города? К уплотнению относятся дома, которые будут строиться на Рыбиновского и строятся сейчас в данный момент, улица Невского, Багратиона. Также на сайте Лидского райисполкома к общественному обсуждению выставлены дома, которые группа жилых домов будет проектироваться между улицей Котляревского и Красноармейской. Далеко ведь не всем жителям нравится то, что их будут уплотнять и достраивать еще здания. К сожалению, да. Но ведь в этом много и своих плюсов. Это благоустройство дворовых территорий, это строительство детских площадок, это новые парковочные места, это обновление либо строительство новых дорожек, тротуаров, дорог, в конце концов. Но, опять же, кто-то предпочитает жить в квартире, а кто-то в отдельном доме. Давайте поговорим о перспективах строительства частного сектора, где будут выделяться участки под индивидуальную жилую застройку. Могу сказать, что сейчас идет подготовка к выбору инжиниринговой компании, которая будет заниматься проектированием плана детальной планировки микрорайона Заречье. Также уже на завершающем этапе микрорайон Север.
которым тоже будут предоставлены участки для строительства одноквартирных жилых домов всем желающим. А в Молодежном, в Чеховцах еще продолжается строительство? Продолжается, да. На свободных участках, да. Елена Валерьевна, каждый из нас хочет не только благоустроенную квартиру, но и еще и качественную инфраструктуру. В этом плане ЛИДА же тоже будет развиваться? Будет развиваться. По мере поступления финансирования будем предусматривать улучшение существующей инфраструктуры. В минувшем году в микрорайоне Индустриальный был построен новый детский сад. Планируется ли дальнейшее строительство вот именно детских садов или школ в нашем городе? Конечно, планируется. Будут строиться, как я уже говорила, микрорайоны новые. В этих микрорайонах предусмотрены сады, школы, торговые объекты и все, что нужно для населения. Но вот если о торговых объектах, есть информация, что в ближайшее время, например, появится? Да, например, если смотреть на улицу Рубиновского, ожидаем открытия торгового объекта, который около мини-рынка. Также по проспекту Победы, на завершающей стадии строительной работы, там административно-торговый объект. Скоро ждет открытие тоже. А если говорить о медицинских учреждениях? Ну, как все знают, медицинские учреждения у нас сейчас модернизация идет с капитальным ремонтом хирургического корпуса нашей Лидской ЦРБ, также с реконструкцией первого и второго этажей. Там большой объем работ производится. Это замена кровли, это замена полностью инженерных коммуникаций оборудования, это медицинского оборудования, это полная замена окон, это модернизация тепловая фасадов, благоустройство прилегающей территории. Вот в 2020 году ЛИДА объявлена культурной столицей Беларуси. Предусмотрено ли строительство каких-нибудь объектов культуры, может? Ну, на данный момент город обеспечен культурными объектами. Это Ледовый дворец, у нас есть библиотека, есть кинотеатр. Пока необходимости такой нет. Да. Читал, что в связи с загрузкой Лидского Ледового дворца нет времени для организации массовых катаний просто личан. Планируется ли в перспективе, может быть, строительство еще одного Ледового дворца? В ближайшее время не планируется, так как Ледовый дворец обеспечивает необходимые для населения услуги. Елена Валерьевна, в минувшем году наш город украсил памятник князю Гедымину. Согласитесь, это стало какой-то изюминкой даже, да, нашего города? Несомненно, памятник князю Гедымину стал одной из самых ярких изюминок нашего города. Достопримечательность такая. Да, но да. Наш город еще и украшают другие скульптуры архитектора Жбанова. Да, их достаточное количество в городе, в центре. Но что-нибудь подобное в планах еще есть? Планируется? Пока на данный момент не планируется, но если появятся инициативные люди, которые готовы предложить, то почему бы и нет? Хочется, чтобы ЛИДА была красивой, уютной, комфортной, поэтому благоустройству уделялось и уделяется первостепенное внимание. Вот в минувшем году была открыта улица Свердлова, претерпела изменения и железнодорожный переезд возле Лицельмаша. А есть ли планы преобразовать еще какие-нибудь улицы? Да, сейчас разрабатываются и прорабатываются возможные варианты реконструкции железнодорожного переезда около ГАИ. На данный момент выбирается оптимальный вариант проектировщиками, так как вопрос достаточно сложный. Хочется решить его оптимально. Но для какие-то города. Есть планы, как он будет выглядеть, например? Наметки какие-нибудь? Пока сказать сложно, потому что варианты действительно есть, они прорабатываются, просчитываются, и пока что-то говорить рано. Но если говорить об объездной дороге? Объездная дорога, согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь, будет передана на обслуживание Гродно-Автодор, и они уже будут рассматривать варианты изменений. Совсем недавно в ЛИДе появилась еще и инклюзивная велодорожка, но пока она охватывает преимущественно центральную часть города. Там и тактильная плитка на тротуарах появилась, и знаки, указывающие о том, что эта велодорожка имеет место. А в микрорайоны планируется ли продвижение этого маршрута? Да, к сожалению, за небольшой промежуток времени невозможно охватить весь город. Будет в микрорайонах понижение тротуарных бортов, установка тактильной плитки, причем во всех микрорайонах города. Елена Валерьевна, совсем скоро весна, наш город позеленеет?
Планируются ли посадки дополнительные зеленых насаждений, деревьев, кустарников? Конечно, у нас город зацветает с приходом тепла, высаживаются цветочные композиции, кашпо выставляются. Также будет досеваться газонные травы там, где их, ну, к сожалению, за зиму бывает такое. Ну, конечно, зацветем. А городскому парку внимание уделим? Это же популярное место для отдыха личан. Да, в летний период и вообще в теплый период года это популярное место. Там оборудуются аттракционы детские, площадки игровые. Ну, все для комфорта жителей. Опять же, не успеем оглянуться, а скоро и купальный сезон. Планируется ли благоустройство места отдыха возле нашего озера? Да, к маю месяцу будут подвозиться песок, чиститься пляжи, будут оборудоваться кабинками, будут устанавливаться сети, которые в воде для маленьких купальщиков, для ограничения. Все будет делаться. Елена Валерьевна, вопросы от наших телезрителей. Расскажите, как будут меняться в ближайшие годы микрорайоны города Лиды? Мы уже немножко начинали разговор на эту тему. В ближайшие годы микрорайоны города Лиды будут уплотняться. То есть застройка уплотняется, добавляются жилые дома многоквартирные. Будут произведены капитальные ремонты жилых домов согласно графикам. Будут озеленяться, будут благоустраиваться двора. Будут приводиться в порядок дорожки тротуарные, парковки. А вот участок у торгово-сервисного центра за Львом, так называемый, он так и будет пустовать или есть на него уже тоже какие-то перспективы? Данный участок размещен на сайте Лидского райисполкома для формирования и продажи под застройку торгово-развлекательного центра. Как только появится желающий инвестор, да, сразу будет. А будет ли вестись строительство на месте птичников в районе улицы Докучаева? Согласно генерального плана, данный участок предусмотрен для строительства многоэтажной жилой застройки с инфраструктурой и прилегающих территорий. А что ждет металлические гаражи там же? На данный момент они остаются. Но такие металлические гаражи имеются не только по улице Докучаева, практически по всему городу они тоже будут оставаться? Да, пока на данный момент они пользуются спросом у населения, пока да. Ну вот вопрос от телезрителя. Хочу построить гараж. Есть ли места? Есть места. Это, например, гаражные кооперативы «Полюс-1», «Полюс-2», «Полюс-3» и в микрорайоне «Индустриальном». Всю информацию по гаражным кооперативам и по местам для строительства гаража можно уточнить в Лидском райисполкоме, кабинет 25. А если есть желание у наших телезрителей озеленить двор, как это можно сделать легально? Озеленить двор, если, например, вы являетесь товариществом собственников дома, то можно озеленить прилегающую к дому территорию. Если же это городские территории, то обслуживанием и озеленением занимаются коммунальные организации. Скажите, а разрешено ли остеклять лоджии и балконы в домах в центре города? Почему-то именно в центре акцент. Ну, центр города. У нас есть улица Советская, по которой запрещено остеклять в некоторых домах лоджии, балконы, так как это портит внешний вид и фасад здания. Но если хотите остеклить вообще в принципе, то у нас есть на сайте схема остекления лоджий. Можно зайти посмотреть. Разрешение на данный вид работ не требуется. А есть ли планы у главного архитектора на неиспользуемое здание в районе Ледового дворца? Ну, на данный момент на стадии обсуждения с инвестором, который заинтересовался данным участком и зданием. Елена Валерьевна, в последнее время появляется такая тенденция, что торговые объекты, разные магазины появляются на первых этажах жилых домов. Какие-то определенные требования к переводу помещений из жилых вот в торговые объекты есть? Да. В последнее время очень актуально стал данный вопрос. Жилые помещения переводят в нежилые, устраивают там магазинчики. При устройстве магазинов нужно предусматривать крыльцо, пандус. Я, когда ко мне приходят на консультацию, сразу оговариваю то, что должно быть у всех однотипно хотя бы. Потому что, ну, внешний вид, фасад – это обращает на себя внимание. И если вы хотите переводить жилое помещение в нежилое, лучше прийти проконсультироваться, и мы уже предоставим всю информацию. Нежилых помещений у нас очень много по улице 7 ноября, по Мицкевичу. Ну, много кто обращает на это внимание. Хотелось бы, конечно, чтобы внешний вид и все соответствовало. Ну а что ждет тех, кто не соответствует требованиям и сделал, скажем так, то, что захотел?
ну, должны строить согласно утвержденным проектам. Если есть расхождение с проектом, либо человек переделывает, либо мы привлекаем к административной ответственности. Ну и традиционно вопросы личного плана. Готовы к откровению на широкую аудиторию? Готова. По образованию вы архитектор. А когда и как пришло осознание того, что вы выберете именно эту профессию? Ну, осознание пришло, наверное, ближе к окончанию школы. Это, наверное, класс 9-10, когда появилось желание ходить в школу искусств. Там уже пришло осознание, что можно попробовать. Как родители отнеслись к вашему выбору? С пониманием, с поддержкой. Но они как-то связаны тоже с этой областью? Нет, мои родители совершенно не связаны. У меня мама медик, папа военнослужащий, бывший уже в отставке. Как бы нет, никого. Ну вот профессия архитектора наверняка предполагает сдачу каких-то специальных экзаменов. Как да, вы готовились? Да, это рисунок, это было черчение, как сейчас помню. Композицию нужно было сдавать. Готовились. Сами готовились по книжкам. Сами или кто-то помогал? Нет, сами. Без помощи репетиторов? Без. А куда поступили? Поступила в Гродненский политехнический колледж на архитектора. Потом я училась в Гродненском университете имени Янки Купалы, но там уже на строительном факультете. А за опытом куда отправили вас на первое место работы? Это была частная фирма небольшая, там и набирались опыта. Частная фирма была в Гродно, так как я училась в Гродно, решила там и остаться. А почему не домой, на родину, в Рось или хотя бы в Волковыск? Ну, как-то нашли распределение места и остались там. Раз уж мы коснулись вашей родины, то не могу не задать традиционный вопрос нашего блока личных вопросов. Самые яркие воспоминания о своей малой родине? Ну, таких воспоминаний у меня много, честно говоря. У нас был, ну, и есть городок небольшой, и... Проходили празднования массовые у нас ко Дню Победы, например. Очень ярко, очень запоминающиеся. Также у нас военный городок Рось. Там у нас располагалась авиационная база. И традиционно были празднования Дня авиации. Тоже очень запоминающимися оказались на данный момент. Но вот сегодня часто удается бывать на малой родине? К сожалению, нет. Потому что работа, семья, ну, как-то не получается. Всегда, когда хочется. Ну, вот, а когда бываете на своей малой родине, в поселке Рось, проходите по улицам этого поселка, есть ли желание что-то изменить? Или видите ли вы какие-то недостатки там, как архитектор? Да, конечно. Уже идя, проходя по городу, обращаешь внимание на какие-то недоделки, на какие-то запущенные строения. Конечно. Насколько мне известно, когда вы учились в ВУЗе, вы совмещали свою учебу еще и с работой. Насколько это вам легко давалось? Ну, сказать, что это легко давалось, наверное, ну, не совсем так, потому что действительно это было сложно совмещать и работу проектировщиком, и учиться, и курсовые, и подготовка. Ну. Но вот эта работа, она была как-то связана с получением образования? Да, напрямую. И помогло вам это? Вот, и практическая именно работа? Да, конечно, потому что когда работа идет параллельно учебе, это всегда хорошо. И учишься, и набираешься опыта, и есть у кого спросить, как лучше поступить в такой-то ситуации, либо в другой. Елена Валерьевна, давайте сейчас вспомним тот момент, когда получилось так, что вы оказались в Лиде. Ну, это было в 2009 году. Больше 10 лет уже, да? Да. Ну, приехала работать, скажем так. А до этого в Лиде удавалось побывать? Да, да. Когда мы учились в колледже, мы периодически приезжали, у меня моя подруга из города Лиды. Ну, и мы приезжали в гости, и я уже была знакома. Ну, вот профессиональным взглядом оценивая город тогда, что могли сказать? Ну, могла сказать, что город большой, что он развивается. Мне город первоначально очень понравился, потому что он действительно интересный, такой активный, скажем так. Ну, а первым местом работы в Лиде какая организация стала? Первое место работы мое было проектная мастерская Гродно граждан проекта. А в управление архитектуры как попали? В управление архитектуры я попала в ноябре месяце 2019 года. Совсем недавно? Да, до этого я работала в проектном бюро. А предложение его возглавить как восприняли? Неожиданно. Со страхом немножко, конечно же. Неожиданно было в плане того, что другая работа, достаточно сложная, ответственная. Елена Валерьевна, скажите честно, сколько длится рабочий день главного архитектора города? Ну, как минимум часов 10.
И дома тоже о работе думаете? Да, приходится. К сожалению? Не к сожалению, но мыслей много, много каких-то идей. И пока рабочий день, много людей приходит за консультациями, много работы приходится делать. И уже придя домой, можно отдохнуть и подумать. Ну, семья хотя бы с пониманием относится к тому, что вы человек, скажем так, общественный, обязанный в любое время думать о том, чтобы сделать наш город лучше. Стараются с пониманием относиться, потому что, ну, действительно, работы много, и когда прихожу домой, стараются меня не трогать, скажем так. Я знаю, что вашему сыну 6 лет, он имеет какие-то задатки к рисованию, к проектированию, может быть? Ну, рисовать ему нравится, конечно, но, наверное, по маминым стопам он не пойдет. Ну, он пока мечтает стать как папа, водителем. Скажите, а друзья или родные, зная то, какую должность вы занимаете, обращаются с советами, как сделать наш город лучше? Да, и очень многие. Раз должность моя, скажем так, обязывает меня принимать участие, конечно. Ну, вы эти пожелания берете на заметку? Обязательно. Но ведь не все идеи могут быть осуществимы, как и все мечты. К сожалению, это так. Идеи могут остаться идеями, а если постараться и приложить очень много усилий, то, конечно, все идеи могут воплотиться в жизнь. Ну и раз разговор пошел о мечтах, традиционный мой вопрос, о чем мечтает заместитель начальника управления архитектуры и строительства Лидского райисполкома Елена Сенкевич и просто человек Елена Сенкевич? Я мечтаю, как заместитель начальника управления архитектуры и строительства, чтобы наш город развивался, становился лучше и лучше, чтобы нашим гостям, приезжающим в город Лида, хотелось вернуться сюда снова и снова, чтобы нашим пожилым людям и людям с ограниченными возможностями было здесь комфортно. А как человек мне хочется, чтобы люди, наверное, были добрее друг другу, чтобы были более внимательны не только к самим себе, но и ко всем окружающим. Ну и, конечно, чтобы все были здоровы, счастливы. Тогда будут счастливы все окружающие. Спасибо вам большое, Елена Валерьевна, за интересные содержательные ответы на вопросы, творческого вдохновения вам и вашим коллегам. Ну и действительно, сделайте наш город самым красивым хотя бы в Беларуси. Спасибо большое, будем стараться. Напомню, на вопросы программы сегодня отвечала заместитель начальника управления архитектуры и строительства Лидского райисполкома Елена Сенкевич.